11 активистов националистической организации «Грузинская сила» с лозунгами «Слава нации, смерть врагу» устроили беспорядки в исторической части Тбилиси. Объектами нападения стали турецкие кафе. Участники несанкционированного шествия направились от площади Героев, где расположен мемориал в честь погибших за территориальную целостность Грузии, в сторону метро Марджанишвили. Шествие было приурочено к 23-й годовщине падения Сухуми. Полиция действовала жестко. Все 11 активистов националистической группировки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и теперь подозреваемым грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. К слову, это не первый инцидент с участием активистов этой организации. Несколько месяцев назад десятки молодых людей ворвались в вегетарианское кафе в центре столицы и избили посетителей. Тогда полиция ограничилась предупреждением. Были столкновения между полицией и демонстрантами. Они были с флагами и били в барабаны, кричали «Грузия! Грузия!» Вот и все. Я ничего не знаю. Что было, то было. Грузины ругались с иностранцами, мол, совсем обнаглели. Ходят с нашими девушками и так далее. Больше ничего не знаю.